Российские студенты столкнулись с небывалым числом отказов в получении американских виз. Участники программы Work and Travel подсчитывают убытки. Ровно тем же самым занимаются и предприниматели, которые долгие годы без каких-либо проблем отправляли студентов на заработки, а теперь подсчитывают убытки. Эксперты полагают, что всему виной штормовой фронт, нависший над взаимоотношениями России и США. Офис компании Star Travel, занимающийся трудоустройством студентов в Америке, почти ежедневно осаждают родители отказников, студентов, на визовых заявлениях которых поставлен штамп «Потенциальный эмигрант», как черная метка. В семье Сергея Попова эту новость восприняли тяжело. Его дочь Татьяна готовилась к главному путешествию в своей жизни еще с ноября. Собеседование в посольстве назначили только на май. С ней поговорили-то всего несколько минут, рассказывает отец. И без каких-либо объяснений выдали письмо с отказом. Теперь Сергей пытается вернуть хоть какие-то деньги. Бюджет несостоявшейся поездки уже перевалил за отметку 100 тысяч рублей. Время упущено, и сейчас что-то как бы сорганизовать очень сложно. Хотя вот она вот упорно вот это, в течение мая подготавливала зачеты, договаривалась с преподавателями, досрочно сдавала экзамены. В общем, как бы очень напряженно работала. Но вот теперь она, в общем, находится в Москве и думает, что делать. Из 4 американских посольств в России больше всего отказов приходится на московское. До 90% студентов, потратив немалые родительские деньги и время на подготовку, едут проводить лето обратно в родные города. Многие со слезами на глазах. В целом лишь 30% красноярцев получили разрешение посетить страну больших возможностей в этом году. Для сравнения, в 2012-м счастливчиков было в 2 раза больше. Некоторых оставляют на дополнительное рассмотрение. Оно длится до 60 суток, и его итог спрогнозировать не может никто. Сейчас уже 6 студентов из Красноярска ожидают решения своей судьбы. Правда, работодатели в Штатах вряд ли станут их дожидаться, говорит директор красноярского филиала Star Travel Анна Васильева. Причина вот таких вот беспрецедентных отказов, возможно, это отношение Америки и России на сегодняшний день. Возможно, это акт Магнитского и закон Димы Яковлева. Возможно, это несколько там недель назад произошло событие, когда поймали шпиона здесь. То есть, мне кажется, событие одной цепи. То есть, это просто взаимоотношения Америки и России на сегодняшний день. Программа Work and Travel дала для меня, можно сказать, все. Красноярский предприниматель Артем Бадюков побывал в Штатах в 2000-м по той же программе. Там сменил несколько десятков профессий, чему только не научился. Даже науку сварки довелось освоить. Плюс незабываемое путешествие по штатам, новые друзья, ощущение свободы. Политики не имели права забирать все это у российских студентов, уверен он. Они потеряют деньги. Второе, немаловажное, для чего туда все едут, это опыт получения языковой какой-то практики. Ну, невозможно выучить язык, не находясь в языковой среде. Этого сейчас не будет. С чем это связано, я не знаю, но это однозначно минусы, только минусы. Американская юридическая компания White and Associates направила обращение в Государственный департамент США, в котором обвиняет свое же посольство в России в лицемерии и создании негативного имиджа страны на российском туристическом рынке. Ответа Госдепа ждут 1000 студентов по всей России, которым, судя по всему, планы на нынешнее лето придется таки строить вновь. Чем все это кончится, пока не ясно. Скептики рекомендуют не тратить деньги попусту и, по крайней мере, подождать хоть небольшой оттепели в международных отношениях. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Телефон прежний 292-63-1. Либо пишите на наш сайт Афонтово.ру. Виктор Самусенко, Анна Пыдык, Надежда Гес, Игорь Лобакин. Афонтово новости.